Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 21 июля 2019 года. И я хотела показать вам весь помет на букву У, рожденный 10 июня. Точнее, не весь помет, а все, кто остались свободные для резервирования. Это черная с белым девочка Чихуа Уитни. Она вырастет некрупная, до 2 кг. Эта девочка некрупная, длинношерстная, белая, лиловая. Ее зовут Уилси Флауэрс. Эта девочка вот пытается кусать меня за ногу. Гладкошерстная у Николь. У каждого щенка есть свое отдельное персональное видео. Это общее видео я делаю для того, чтобы показать манеру поведения малышей. Детки подросли. Они изменились, они стали крепче. Они уже интересуются всем тем, что происходит вокруг них, за пределами той комнаты, где они живут с мамочкой. В этом помете свободные для резервирования 3 длинношерстных щеночка. Это Олис, который грызет мне ноги, рыжий соболиный. Вот эта красотка Уилси, некрупная, до 2 кг вырастет, бело-лиловая. Ее лиловая сестра Ума Турман, с которой вы уже знакомы, она уже путешествует давно по всей квартире. Уже даже не знаю, куда уже унеслась. Короткошерстная у Уитни и у Николь. Очень оригинального окраса. Белая с коричневым носиком и такими кремоватыми ушками. Этот окрас уже не изменится. Сейчас я... Если дети вернутся ко мне в камеру, в фокус, я вам их покажу. Это их мамочка, Мария Мистико, Вива Мадонна Миа. Она тоже не крупная. Это мама папы этих деток, Дуся наша. Дуся наша, которая любит играть ладушки. Прибежала Ума Турман. Пронеслась уже, все посмотрела, вернулась к нам. Это наш чемпион Борис, он папа Дуси. Как следствие, этим детям он приходится прадедом по линии отца. Отец у них Мари Мистик Престон, мистер Министр, Голуба Палевой. В нашем доме живет еще прабабушка этих деток. Она мама Дуси. Это 100% импортной крови. Это наша Тасенька. Вы ее тоже можете посмотреть в плейлистах. Она чисто белого окраса и только с коричневым носиком. И только на ушке у нее шоколадное сердечко. Тасеньке в этом году исполнится уже 11 лет. Вот ее дочка Дусенька. Она родилась у нас от нашего чемпиона Бориса и нашей Тасеньки. То есть детки эти имеют хорошую, родословную, богатую, кроме известных питомников, чемпионов. Цветная генетика с двух сторон. Обратите внимание, мамочка у нас шоколадного окраса. Папочка у нас длинношерстный. Голубопалевый. Его также можно посмотреть в плейлистах на нашем канале. Он уже, ему в ноябре исполнится 5 лет. Он проверенный по потомству производитель. Отец многих уже деток. Последние вот его детки, можно их посмотреть. Ноябрьский помет на букву О. В плейлистах все есть. Вся информация в нашем питомнике открыта для вас, дорогие друзья, наши подписчики и гости нашего канала. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео. Будем завтра, скорее всего, снимать помет, рожденный 11-го. Там миники, супер-миники. Они помладше. Они уже такие же тоже веселые, активные. Просто на данном... На сегодняшний день в нашем питомнике подрастают 18 щенков чихуахуа примерно одинакового возраста. И я не успеваю делать все, что мне хотелось бы. То есть заниматься фото-видео остается очень мало времени. Большую часть своего времени свободного я трачу на уход за малышами. Особенно за супер-миником. Его приходится подкармливать каждые 4 часа. В течение 24 часов, несмотря на то, что дети у нас уже кушают сухой корм, они еще подсасывают мамочку, а вот кого-то еще приходится дополнительно прикармливать. Это вот супер-мини в частности.
Поэтому вот все, что успеваю, дорогие друзья, я пытаюсь для вас снять, показать, рассказать, какие у нас новости. Одна из радостных новостей вчерашнего дня – это наш красавец, лапушка, наш нянька Мари Мистик Пресли Кингсмен наконец-то нашел себе любящих и заботливых мамочку и папочку. Мальчик переехал в отличные, заботливые ручки, в замечательную семью, где собачкой будут заниматься, уделять ей много времени и внимания. Малыш не будет сидеть в четырех стенах один и скучать. Это то, что нужно было Пресли. Я очень довольна. Вконтакте можно уже посмотреть фото и видео Пресли из нового дома. И сейчас мы начинаем вот тщательно и внимательно выбирать таких же ответственных, заботливых, любящих хозяев для вот этих малышей, которые сейчас пока только еще растут и могут быть только зарезервированы, если вам понравился какой-то определенный окрас, тип шерсти или размер. И только в августе после первой прививочки они могут переехать в новые семьи по Санкт-Петербургу. Напоминаю, наш питомник находится в Санкт-Петербурге. Отправками щенков в другие города мы не занимаемся. У нас самовывоз. Все щеночки нашего питомника будут продаваться с метриками щенка, клеймами РКФ, привитыми по возрасту. Приучены они будут ходить в туалет вот на такие многоразовые пеленочки, на которых они сейчас играют. Голубая, вот это бордовая, это не коврики, это специальные для собачек многоразовые пеленочки, на которые они писают и какают. Все собачки нашего питомника кушают сухой корм. В подарок от нашего питомника вы получаете сухой корм, которым собачка у нас питается, а также купон на скидку для приобретения в дальнейшем этого корма со скидочкой 25%. Если вы хотите перевести собачку на другой вид питания или корма, все это можно сделать. Покажу, проконсультирую, расскажу, как, что, чего. Поэтому, кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. А также, напоминаю, есть аккаунт у нашего питомника в Инстаграм, где ежедневно также выходит много свежих видео. Видео у нас разные, они не повторяются. По вопросам стоимости и приобретения, просьба обращаться в наш питомник по телефону или писать в личные сообщения на страничку питомника ВКонтакте или в Инстаграм. Самый дешевый щенок нашего питомника на сегодняшний день стоит 35 тысяч рублей при раннем резервировании. Все остальные щенки дороже и намного дороже. Ну вот такие карапузики. Сейчас они в этом возрасте активно вот так играют непродолжительное количество времени. Далее они долго спят. Потом встают, кушают, писают, какают, опять играют и опять спят. В этом возрасте в основной массе, как все дети, они больше спят, спят и растут. Завтра, я думаю, что я успею также с утра, пока солнышко, показать детишек из помета, рожденных 11 июня, помет на букву F. Там все ребятки короткошерстные. Там есть мальчики за 35 рублей, тысяч, два парня. Все остальные также дороже. Давайте на этом буду заканчивать видео, потому что толком ничего не видно. Но вы уже заметили, что они, детки, стали крепче, стали активнее, бегают, интересуются, играют. Все ребятки нашего питомника с крепкой, здоровой психикой, социализированы. Это вот и есть общение с собачкой 24 часа в сутки. Ласкать ее надо, любить ее надо, не только подбирать за ней какашки и ставить мисочку с кормом. Тогда собачка ответит вам также любовью, вниманием и лаской. Ума Турман, как всегда, не удержать на месте. Самая подвижная девочка из этого помета. К
Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!